Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие наши любимые, наши друзья, потому что здесь других людей, конечно, нету. Я счастлива представить всех, с кем имею честь стоять на этой сцене. В проекте «Мираев» сегодня фантастический состав. Денис Прушинский, саксофон, флейта. Леонид Берзович, гитара. Антон Горбунов, бас-гитара. Армен Мирабов, фортепиано. Игнат Кравцов, барабаны. Ну, меня зовут Марьян. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто в небезызвестном проекте меня поддерживал. Спасибо большое. Все чувствовалось, все принималось. И, в общем-то, только за счет этого и существовалось. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну все, мы начинаем. Без лишних. Right, okay. You win. Следующий программу поставить обязательно.
блюз I Want to Go Home, просто для того, чтобы не петь его в конце, и чтобы вы не подумали, что мы хотим домой. Тем более, что поется совершенно о другом доме.
два, еще один. Thank you.
Только я собралась уходить от шляпы. Да. Следующая вещь очень важная. Да, конечно. Женщины, мне кажется, я уже когда-то это говорила, мы рождаемся и уже знаем примерно, кто рядом с нами должен быть. И он будет, конечно, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Приходит никакой, ну, в общем, какой-то другой. И да, перестаньте. И, ну, вот приходит вот такой и нарушает все, потому что все невозможно. Это любовь. Значит, к чему это? Это не о Мирабове. Это о нашем друге, у которого сегодня день рождения. О нашем достойнейшем человеке. Потрясающем звукорежиссере, музыканте и так далее. Леша Белов! Поздравляю! Someday he'll come along. Man, I love. And he'll be thinking so. Man, I love. And when he song.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Антон Горбунов, бас-гитара, Игнат Кравцов, барабаны. Это была самба жизни. Сейчас совершенно утопическое произведение. Почему? Да потому, что суть такова. Проплачь обо мне такую же реку слез, какую я проплакала о тебе. Кстати, реанимированная эта вещь совершенно была недавно. Это к тому, что я увидел сегодня друзей, которых не видела миллионы лет, совершенно привет, дорогие мои эмбаловцы. Cry me out, river.
Thank you.
Слушайте, Эмбарс, вы вообще... Вы слышали это? Леночка, это ты? Да. Привет. Я отсюда не вижу ничьи лиц, к сожалению. Но привет всем. Ну, все нормально. Да, но этот голос забыть невозможно. Что я хочу сказать? Следующее произведение называется «Берег» или «Айсберг». В общем, какая-то дверь под ногами. Да, может быть, остров. Мы еще не разобрались. Это наше произведение. В общем, самое. Архипелаг. Например, да. О! О! Бери! Ты моя.
какая-то чистота. То ли у меня, то ли у рояля. Но у меня тоже заводится. О, у рояля. Спасибо. Я... А ты можешь просто это не играть, потому что она расстроилась. Закрыли ее просто. Вот, Леша, вот она заводится что-то, да? Она протестует? Да, очень страшно на сцене. Дамы и господа, я трепещу перед тем, как я приглашу на сцену мою драгоценную подругу. И так уж получилось, я горжусь тем, что это восхитительный совершенно исполнитель. Фантастическая. Я лучше не знаю, кто у нас исполняет такую музыку. И вообще, кто так чувствует эту музыку, которую вы сейчас услышите. Я приглашаю сюда Екатерину Балыкбаеву. Антонио Карлос Джубин, аранжировка Армена Мирабова.